Уральский государственный педагогический университет по заданию Министерства просвещения Российской Федерации и при поддержке Академии Минпросвещения России реализует стратегическую сессию по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Люди, которые все болеют за систему, заинтересованы ею, и у каждого есть свой взгляд на то, как сделать систему лучше. Эффект синергии никто не отменял, поэтому вот эти наши совокупно сложенные идеи, наши рассуждения, я думаю, что они позволят нам продумать реальный проект, как сделать вот эту систему профессионального сопровождения, методической и научной поддержки педагогов более эффективной в нашей области, сработает. Эта сессия стала для нас своеобразной точкой сборки. Поэтому такая возможность для нас хороша не только в достижении непосредственной цели этой сессии, но и вообще налаживание наших профессиональных контактов. Действительно, мероприятие очень важное, поскольку в рамках стратегической сессии мы имеем возможность посмотреть уже на те итоги, которые у нас есть, отрефлексировать свою деятельность, выявить проблемы, с которыми мы столкнулись в рамках взаимодействия между теми субъектами, которые формируют и реализуют единую систему научно-методического сопровождения. В рамках стратегической сессии мы пытаемся найти пути решения данных вопросов и надеемся, что тот продукт, который мы получим, он окажется действием в развитии в целом нашей системы в Свердловской области.